видеоролике рассмотрим вариант интеграции UDS и приложение Poster. После того, как клиент определился с заказом, совершил его и готов перейти к расчету, сотрудник заходит на стол клиента и нажимает на кнопку «Оплатить». Автоматически открывается окно UDS для ввода кода клиента из приложения или для ввода номера телефона. Мы рассмотрим вариант, когда клиент хочет потратить бонусы, поэтому обязательно нужно ввести код клиента. В нашем примере это код 123 123. Нажимаем на кнопку «Продолжить». Отобразится информация о клиенте, его имя, количество бонусов и количество бонусов, доступные для списания именно на этот счет. Мы будем списывать, например, 20 бонусов. Сумма счета уменьшается на сумму списываемых бонусов и нажимаем на кнопку «Списать». Переходим в окно расчета чека, выбираем способ оплаты наличными, банк с картой или смешанным типом и нажимаем на кнопку «Оплатить». После того, как заказ закрыт, клиенту начислятся бонусные баллы на сумму оплаты деньгами в зависимости от маркетинговой стратегии вашей компании, а также будут списаны бонусы.